В Люберцах прошла общегородская конференция для учащихся 9 и 11 классов. Ее главная цель – помочь определиться с местом учебы после окончания школы. Об условиях поступления и особенностях приема в этом году рассказали представители вузов и колледжей. У нас есть юриспруденция, и специалитет – это правовое обеспечение безопасности и правоохранительная деятельность. Прежде всего, школьнику нужно определиться с направлением, которое его интересует, а уже потом рассматривать учебные заведения соответствующего профиля. Никита Гордиенко в этом году оканчивает 9 класс. Будущую профессию уже выбрал. Я хочу поступить на логистику, ищу плюс-минус адекватный нормальный колледж, чтобы поступить туда. Если прочитать что в интернете, ты поймешь просто. То есть, да, поймешь просто поверхностно, а на конференции рассказывают полностью. Люберецкие школьники узнали сроки сдачи государственных экзаменов. Им рассказали о формах обучения и направлениях подготовки, а также о порядке поступления в учебные заведения. Такие площадки, где концентрируется большое количество университетов, сегодня мы не единственные, кто представлены. Они, конечно, положительно сказываются непосредственно на выборе абитуриентов. Детям не нужно ездить в разные вузы, ходить по разным приемным комиссиям, а можно централизованно получить абсолютно всю информацию. В этом году 11 классы в округе оканчивают 1100 человек, 9 – более 3000. Такие конференции помогают им определиться с будущей профессией и выбором образовательного учреждения по душе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.